Совсем скоро в Казани на базе Казанского федерального университета откроется детский сад «Мы вместе», в который родители смогут отдать своего ребенка уже с полуторагодовалого возраста. Его особенностью станет то, что ходить туда будут дети с особенностями развития. Детский сад, он будет не только региональной, но и федеральной инновационной площадкой, где будут разрабатываться и адаптироваться инновационные технологии работы с детьми с аутизмом. Помимо этого, важным отличием этого садика от других станет то, что работать с детьми будут специалисты из Казанского федерального университета. Специалисты помогут детям социализироваться, чтобы в будущем ребенок смог пойти в школу и быть наравне со своими сверстниками. Эти дети, которые имеют проблемы с развитием, получат уникальную возможность с помощью большого потенциала Казанского федерального университета получать путевку в жизнь, успешно социализироваться и в дальнейшем благополучно развиваться. Стоит отметить, что КФУ – это не только 20 институтов, разбросанных по Казани, но и в Елабуге, и в Набережных Челнах имеются филиалы. Помимо этого, в Елабуге с 1 сентября в новом статусе университетской школы откроется средняя школа номер 5. Под патронажем КФУ ученики 5-й школы будут изучать такие же предметы, как и в обычной школе, с одной только разницей. Помогать в обучении учеников будет профессура из Казанского федерального университета. Мы видим обычную школу, куда дети приходят по районному признаку. То есть все, кто живет вокруг школы, имеют право поступить сюда, просто подав заявление. И поступают сюда с 1 по 11 класс. Мы не отбираем детей для того, чтобы работать с ними. Мы искренне верим в школе, что у каждого ребенка есть свой талант. А наша задача – проявить этот талант и дать возможность ребенку его реализовать. Раз уж речь зашла о школах, стоит вспомнить, что на базе КФУ в Казани существует два специализированных лицея – лицей имени Лобачевского и IT-лицей, где детей отбирают 7 класса и где идет углубленное изучение физико-математических и естественно-научных дисциплин. Не стоит забывать об огромном разнообразии институтов, находящихся в КФУ. Иностранные студенты, а также наши соотечественники могут выбрать любое направление для учебы, после чего пойти в магистратуру и даже остаться работать в институте. Таким образом, Казанский федеральный университет выстраивает долгосрочную стратегию образовательного сопровождения человека на всех этапах его жизни. С появлением детского университетского сада охвачен возраст дошкольного развития детей. С появлением университетской школы под патронаж КФУ попадают дети средней школы. Лицеи университета уже давно принимают школьников 7 класса. Помимо этого, на базе КФУ функционирует детский университет, где раз в 2 недели проводятся бесплатные занятия для детей младших классов. Высшее образование и аспирантуру дает университет абитуриентам. При поступлении. Корпоративный университет и курсы повышения квалификации сопровождают сотрудников университета и учителей средних школ во время их трудовой деятельности. На базе университета функционирует также и университет 3-го возраста, который сопровождает людей старшего возраста, закончивших свою трудовую деятельность и вышедших на пенсию. С появлением детского сада и своей университетской средней школы выстраивается уникальная система сопровождения образовательными технологиями Казанского федерального университета на протяжении всей жизни человека. Лев Диден, Фарид Захитаглы, Универ Ньюс.